молодцы, пойти искать счастье. Идут дороги дальние, полями, лесами, никак не могут встретить счастье. И вдруг вышли в поле и слышат крик. «Ой, помогите! Вытащите меня отсюда! Помогите!» Ну, побежали они на этот крик-то. А там посреди поля яма, да такая глубокая. И на одной этой ямы упало счастье. И говорит: «Вытащите меня, пожалуйста, отсюда!» А первый молодец не растерялся. Говорит: «А что мне за это будет?» А счастье говорит: «А что ты хочешь?» «Хочу коня вороного, чтоб копытом о землю бил». Счастье говорит: «Оглянись назад». Он оглянулся, а там конь вороной копытом бьет о землю. Подлетел этот юноша к коню, вскочил на него, и помчались они своей дорогой. Счастье. А второй говорит: «Интересно, ему коня, а мне?» А счастье говорит: «Ну ты чего хочешь?» А он говорит: «Я хочу девицу, красавицу». Говорит: «Ну оглянись». Он оглянулся, а там стоит краса неписанная. Ну, подбежал юноша к этой красивой девушке, схватил ее на руки. И пошли они своей дорогой счастья. А третий молодец подошел к краю этой ямы, наклонился и говорит: «Счастье, давай лапку, я тебя вытащу». И вытащил. И идет дальше. А счастье говорит: «Подожди, тебе-то чего надо?» «Вот мне ничего не надо. У меня вроде все есть. Я иду людям помогать». И так счастью понравились эти его слова, что прилепилось оно к этому юноше на все времена. И куда бы он ни шел, счастье всегда было рядом. Вот такая вот притча хорошая.